чем остановились? Ах, да, на охранника напали. Ну, это был просто несчастный случай. Шлёпа никогда не нападает. Ну, по крайней мере, при свете. Ладно, давай я расскажу тебе твою задачу. Этот кот будет пытаться съесть пельмени. Они, кажется, находятся в восьмой комнате, если я не ошибаюсь. Просто приглядывай за ним, и если он будет в восьмой комнате, смотри на него. Тогда он уйдет. Это довольно скучная и нудная работа, но зато безопасная. Главное, не дать шлепе съесть пельмени. Ну, прошлого охранника уволили из-за этого. Ладно, наслаждайся своей работой. Завтра я расскажу тебе еще кое о чем. Спокойной ночи, до завтра.